Оля, ты посмотри, какой цветок распустился на нашем экране. Кто-то подумает, что это дорогая вышивка или какая-то качественно выполненная аппликация. Нет, это плед «Священный лотос». Мягкий, пушистый. Как нам всем хочется согреться холодными зимними вечерами. Без пледа дом не дом. Вот я, например, использую его в каждом уголочке. Вот, ты знаешь, я тоже считаю, что плед — это вообще универсальная вещь. Смотри, укрыться, согреться, пожалуйста. Хочется задрапировать старую мебель — опять же, прекрасная вариация. Но если вдруг вы приобрели новый диван, новое кресло, поздравляю. Но вы же хотите, чтобы обивка долго вам прослужила. Опять же, это хорошее предложение сохранить новую обивку на долгие-долгие годы. То есть плед «Священный лотос». Многофункциональное приобретение по цене премьеры от 1199 рублей. Юль, а почему он такой мягкий, такой пушистый? Вот разные пледы трогала, но вот этот прям вот какой-то особенный. Расскажи, действительно, пожалуйста. Ты знаешь, я прикасаюсь к нему и вспоминаю вот мамины руки. Настолько нежный, настолько мягкий плед, выполненный из современной инновационной ткани, которая, кстати, признана международными лабораториями одной из лучших для текстиля дома. Это Well Soft, это трикотажное полотно с мягким нежным ворсом, который обработан особым образом, что дает нашему пледу практичность и износостойкость. Вы хотите, чтобы любимая вещь прослужила вам как можно дольше? Тогда выбирайте плед «Священный лотос», и вы точно будете уверены, что делаете инвестицию в красоту вашего дома. Слушай, а вот расскажи, пожалуйста, здесь как-то интересно очень сделано обрамление нашего цветка. Расскажи, пожалуйста, вот это все не приклеено случайно аппликации? Вот это? Нет, это плед вывезан, трикотажную основу имеет, поэтому вы точно будете уверены, особенно сейчас практичным хозяйкам обращаясь, что ворсинки не будут выдергиваться. И вот эта красота, эта объемность, которую сейчас Оля демонстрирует пальчиком, это тоже современная технология придания пледу вот такой объемной фактуры, что дает ему, ну, особый шик и особую элегантность. Оль, а ты обратила внимание на цвет? Ты знаешь, мы незаслуженно упустили разговор о нем. Я обожаю цвет потрясающий. Оттенки. Классическое сочетание пастельной гаммы в вкусный сливочный оттенок. Безусловно, это классика, которая всегда в цене и впишется в любой интерьер. И неважно, какая у вас комната, где вы захотите украсить свой интерьер. Может быть, в гостиной, может быть, в спальне. Итак, 1199 рублей. Напомню, если вы хотите без глобальных затрат преобразить свой интерьер, пожалуйста. Но если вы хотите подарить нежные объятия кому-то самому близкому, маме, папе, бабушке, дедушке, то это незаменимый подарок на Новый год. Вы только представьте, ваша мама, ваш папа укутается в холодный вечер вашим подаренным вами пледом, и будет вспоминать ваши теплые ручки, будет думать о том, что именно вы о нем заботитесь и думаете каждое мгновение.